Начало этой недели и конец прошлой прошли под знаком новостей из Сибая, где прошел инвестиционный Сабантуй за Уралье 2019. Государственные СМИ прежде всего сообщают, что у нас целый ворох инвест-контрактов на 70 миллиардов рублей. Кто-то ставит под сомнение эти цифры и считает, что эти контракты, по сути, не новые, да, а ранее заявленные проекты, там чуть ли не 2006 года некоторые из них идут. Вот на ваш взгляд, действительно ли имеет смысл проводить такие мероприятия, и они какой-то результат приносят? Вообще в целом, да, имею в виду, имеет смысл, не имеет, и конкретно вот по этому мероприятию, что вы можете сказать? Ну, традиции вот подобных инвестиционных мероприятий, они очень древние на самом деле, да, то есть свыше 100 лет уже проводятся какие-то фестивали, попытки объединить там покупателей, продавцов, производителей, там власти, инвесторов и так далее, то есть это началось там, вспомним, там Нижегородская ярмарка, там Всемирная выставка в Париже, там и прочее, то есть это... Вопрос, наверное, риторический. То есть мероприятие по объединению интересов разных слоев экономики необходимо, это безусловно. То есть инвестора, там, арендодателя и арендатора там, и прочее, это нужно все это сводить в кучу, безусловно. Вопрос формы, вопрос места, вот это да, это обсуждаемо. То есть концепция того, что можно и нужно проводить какие-то такие мероприятия в местах упадка экономики, для того, чтобы поднять эту экономику именно в этой точке, вот это очень сомнительная на самом деле концепция. То есть если бы, например, крупное инвестиционное мероприятие проходило там в Москве, Петербурге или в Уфе, но там присутствовали интересанты, например, из Сибая, то есть люди, которые тащили бы туда инвесторов и грамотно преподносили те плюсы, которые они хотят, как бы дать инвесторам, это было бы более эффективно. Ну, то есть Сибай дыра, значит, там провели мероприятие, туда искусственно притащили всевозможных, значит, всевозможные веселящие элементы в виде Стивена Сигала, и вот как-то галочку поставили. Вот у меня такое ощущение. Ну, а все-таки, может быть, хотя бы вот тем проектам, которые были заявлены ранее, толчок все-таки это придаст, я не знаю. Ну, действительно ведь в Зауралье, не только в Сибае самом, а в Зауралье есть проблемы. И, ну, хоть какая-то деятельность происходит. Ее раньше, даже ее не было, хочу сказать. Ну, вот этот мотив, когда хоть какая-то деятельность, нужно понимать, насколько это все соотносится с теми затратами, например, и с теми положительными эффектами, которые получены. Безусловно, что сейчас никакого эффекта не получено, ну и, наверное, рано об этом говорить. То, что начали задним числом там обтичивать вот эти уже подписанные контракты, ну, это обычная практика наших властей, когда нужно увеличить эффект. То есть, вот как мы уже говорили про логистический центр Носково, да, то есть там 80 миллиардов инвестиций мы привезли из Питера, из них там почти 40 это какой-то логистический центр Носково, которого никогда не будет, например, да. Ну, это все вот, это называется очковтирательство. То есть им нужно показывать объемы, им нужно показывать значимость. Ну, предположим, было бы глупо, наверное, сказать, вот мы провели праздник там за 30 миллионов рублей и привлекли инвестиции на 5. Ну, это же был бы провал, да, то есть, ну, а проще говорить о миллиардах, за которые никто не отвечает, там, здесь миллиарды, тут 10 миллиардов, там 100 миллиардов, какие проблемы вообще, то есть, мы же понимаем, что этот Сабантуй, ну, был на 90% предвыборной акцией, а вовсе не экономическим каким-то мероприятием. Так что вот как-то так. Ну, помимо вот этого мероприятия в Зауралье, еще ранее, да, был действительно форум, вот пример которого вы привели, это питерский, да, туда тоже наши ездили, и тоже вроде как контракты привезли. И вообще много говорится Радием Хабировым, в частности, о том, что нужно привлекать инвестиции в регион. Вот здесь есть ли реальные подвижки, на ваш взгляд? Хотя бы, я не знаю, наметки на то, что действительно у нас что-то меняется, или мы продолжаем подписывать старые контракты? Ну, начнем по порядку. Меняется отношение. И это хорошо. То есть, по крайней мере, говорится о необходимости инвестиций. То есть, если в предыдущий период говорилось, ну, формально же никто же не говорит, что не нужны инвестиции. Там. Да, вроде есть, там кроме, говорилось, что кроме Швейцарии там, и еще некоторых там, районов Британии, никто не отказывается от инвестиций. То есть, там, да, вот есть избыток, у нас его нет, естественно. Никто не говорит. Но говорить одно, делать другое. То есть... положительно здесь что? Мы стали присутствовать на питерском форуме полноценно.
посмотрим, даст это эффект или не даст. То есть, если вывести за скобки вот этот мифический проект Носкова, даже 40 миллиардов там оставшиеся инвестиции, если из них созреет условно хотя бы четверть, это уже положительный результат. То есть, если из вот этих провозглашенных 80 сложится 10, это уже хорошо. То есть, то есть это можно относить к положительной тенденции. Здесь же важно понимать, как и кто работает с инвестициями. То есть, к сожалению, очень мало кто умеет с ними работать, очень мало кто умеет реально привлекать инвестиции, потому что, ну вот как было с Сибайским форумом, там действительно 2006 года соглашение, вот этот вот какой-то горно-рудный проект, да он и так бы состоялся. Ну, просто договорились, попросили, вы уж там выйдете в красивом костюме, еще разочек подпишем. Ну, не страшно же, можно же. Почему не? Как отказать хорошему человеку? Ну, подпишем еще раз. То есть, это да, это немножко фальсификация отдает. А в целом, конечно, ну, хорошо, что стали говорить об инвестициях. То есть, это прописная истина. Ну, действительно, стали говорить, и довольно-таки эмоционально иногда. Вот я поприсутствовал на одном из инвестиционных часов, где обсуждался проект «Парка искусств в Уфе», который представляет Валериан Гагин, директор Центра современного искусства «Облака». Возникла дискуссия, да, то есть там было 5 проектов, 4, я так понимаю, проходные, там особо никто не спорил, докладчик выступил, Хабиров сказал «Окей», ну и так далее. А вот по этой истории пошла дискуссия. Мэрия Уфы сопротивляется, Хабиров тоже, в общем, небезосновательно предполагает, что если деревья будут вырубать, люди лягут костьми, что нередко случается. В нашем эфире Ирий Келалов, бывший глава Уфы, тоже подтвердил, что вот мы не смогли в свое время в парке Калинина даже просеку дорубить для того, чтобы улицу Российскую продлить. Вот здесь как бы двояко, да, хотелось бы ваше отношение в принципе, да, а правильно ли подходить к проекту таким образом, что нужно вырубать часть парка ради некого, может быть, ценного объекта, ну и то, как вообще на инвестчасти это обсуждается, есть ли перспективы? Ну, я не присутствовал на инвестчасти, не знаю, как там это устроено и как это работает, то есть какая тональность, насколько это деловой разговор, насколько это опять какая-то, значит, постановка, но конкретно к проекту, значит, парка искусств я отношусь негативно. Это, на мой взгляд, некое лукавство, попытка получить землю под ну, не те цели, которые декларируются изначально. Это сквозило с самого начала, и тут очень много-много вопросов. Тут я присоединяюсь к Хабиру, потому что, судя по всему, они его не убедили. То есть я не знаю, как это шло, вот это обсуждение, но целесообразность для города, для гуманитарных целей, каких-то, значит, вот этих вот культурных задач, вот эта вот мотивация была неубедительной. Это говорит о многом. Это говорит о том, что во первых строках этого проекта стоит «дайте землю», а потом мы вам покажем, какие красивые креативные скамеечки мы там расставили. Авторы этого проекта тщательно и многократно уходили от вопроса о количестве жилья, которое они собираются там возводить. Какое оно будет, кому оно будет предназначено, значит, и так далее, и так далее. Вот в том-то и дело. Но если в проекте нет жилья, то он абсолютно не жизнеспособен. То есть ни один здравомыслящий инвестор не вложит деньги вот в этот проект, потому что все перечисленные ими точки, которые там будут, ну, вот эти школы, какие-то, значит, открытые бизнес-пространства, еще что-то, это все глубоко нерентабельные вещи, особенно в условиях падающей российской экономики сейчас. То есть это все проекты как бы культурной, богатой, сытой Европы, которая может себе такое позволить, у которой существует сложнейшая и эффективнейшая схема субсидирования подобных проектов, у нас ее не существует. То есть вот эти вот всевозможные общественные и общественно полезные функции, которые выполняют эти проекты, они очень хорошо поддерживаются государством в Европе, у нас нет. И, соответственно, ну, это тогда мертворожденная идея. То есть тогда зачем рубить лес? Чтобы потом не получилось вот это все. Ну, в общем, как и меня, так же и Хабирова, наверное, Гагин не убедил. Мы посмотрим, сейчас вот поручили Ринату Баширову переформатировать этот проект. Ринат человек способный. Думаю, что количество жилья возрастет после этого переформатирования в этом проекте. Посмотрим.
То есть, ну, вообще за этим проектом надо очень пристально следить горожанам, потому что не равен час рубить начнут, потому что вот мне вчера уже написали, что в этом массиве вчера, позавчера какая-то рубка уже началась. Угу. То есть там я точно не знаю, в какой из ее части, вот собираемся поехать посмотреть. Не знаю, связано ли это с этим проектом, может быть, какие-то там технические аспекты действительно, но у страха глаза велики, в принципе, и люди уже насторожены, и действительно надо очень внимательно следить за подобными проектами, потому что потом вернуть будет невозможно то, что решили. Ну, смотрите, экологи и просто активисты порой внимательно, скажем так, следят за этими вещами, а в результате город лишается там того же скоростного трамвая. Вот как вот с этим быть-то вообще? Тоже ведь не совсем позитивно. Я много раз говорил, в том числе и Ирику Ишмухаметовичу лично об этом. Это дефект обсуждения. Вот прежде чем начинать валить лес, нужно проработать вопросы, и если это действительно насущная необходимость, в целом и в среднем население у нас разумное. То есть это не фанатики, это не психи, это не какие-то, значит, сектанты, повернутые на экологию. Люди, если им внятно и понятно объяснить целесообразность какого-то проекта, в том числе и транспортного, инфраструктурного, конечно, согласятся. Тут вопрос умения. К сожалению, наши пресс-службы, наши вот эти вот информационные блоки и ведомств, и муниципалитетов напрочь не умеют эту функцию исполнять. То есть они либо рассказывают о том, что вот, вот сейчас вот тут у вас будет просека, сейчас вы тут останетесь без леса, и мы там начнем строить там, значит, трамвай, и до свидания. Это не обсуждение, это не варианты, это не мотивация, это не объяснение как бы пользы и так далее. На выходе мы получаем, ну, тупое противостояние, да? То есть я не характеризую активистов словом «тупое», а характеризую состояние вот этого противостояния. Оно состояние непонимания друг друга. Вот, собственно, в чем проблема. Так что тут, наверное, не надо обвинять жителей в том, что они тут блокировали там трамвай, не дали построить там Диснейленд там, или еще что-то, но надо учиться работать с населением. Власть у нас с населением работать не умеет. Ну и, к сожалению, не учится этого делать. Угу. Вот перейдем потихоньку к теме выборов, но не сразу к выборам главы, а к выборам, к довыборам в горсовет. Вот вопрос нам радиослушатель пишет. В 8-м округе горсовета Уфы, значит, единорос Хромец нашел вторую Чанышеву. Как политтехнолог, ответьте, как это помешает первой Чанышевой? Это вообще ужасная история. Я буквально позавчера узнал, что оказывается в списке, значит, кандидатов на этот пост существует там 5 или 6 фамилий, в том числе там Хромец и еще какой-то единорос, и две Лилии Чанышевы. Не, одна из них не Лилия. Ну, в общем, две Чанышевы, да. Я с удивлением этот список увидел, вчитался, да, действительно, то есть однофамилица Чанышева-Чанышева. Дело в том, что, ну, ходили по квартирам, собирали подписи, ко мне тоже приходили, я живу в этом округе, я подписался за Лилию Чанышеву, и теперь я вот думаю, за какую Чанышеву я подписался, потому что действительно там... Да, потому что там вот как-то очень так обтекаемо это звучало. Эта технология очень древняя, она начала работать еще в 90-е годы. Я не раз говорил, что, ну, политтехнологи Хабирова, ну, а городские политтехнологи, это тоже наши, сейчас это производные от этой команды, они, конечно, ребята глубоко архаичные, если не сказать деревенские. То есть вот их технологии — это уровень вот конца 90-х, начала нулевых. Они применили такую технологию. Чем это чревато? Это, во-первых, размывает голоса. Ну, то есть однофамилец, люди просто путаются. То есть расчет на то, что люди банально спутают. Да, люди просто путаются. Да. То есть никто не вчитывается. Значит, это довольно широкое поле для отказа в приеме подписей, потому что возможно всевозможные, значит, там, замены этих листов и прочих вещей. Я, ну, с тревогой, честно говоря, обнаружил вот эту штуку. То есть это первые звонки вот этой грязной игры на выборах, которые, ну, собственно, в традициях той команды, которая пришла. А может быть, наоборот, это можно расценить, что это звоночек позитивный? То есть есть понимание, что не хотят позволить Лилии Чанышевой пройти, но, с другой стороны, работают не очень грамотно, не очень эффективно. Нет, то, что они не хотят, это очевидно. То есть, ну, представьте себе, в миллионном городе в горсовет попадает руководитель регионального штаба Навального. Ну, я не представляю, что случится на Старой площади, вот, когда такое произойдет. Да? Ну, конечно, дана задача любыми способами не допустить Чанышева в горсовет. То есть это, условно говоря, из Белого дома. Дальше уже в городе вот скудные умы специалистов, там в кавычках, которые вынуждены этим всем заниматься, вот, думают, что мы будем делать. Да? Вот придумали такой ход. Ну, я еще раз констатирую, специалистов нет. Угу. Действует вот так, через колено, достаточно грубо и очевидно. А как надо было бы действовать, чтобы это было эффективно и не через колено? Во-первых, надо было выставлять вполне себе качественных конкурентов. То есть Хромец —
это вообще неизбираемая значит, личность, человек абсолютно не имеющий никакого авторитета и даже узнаваемости в городе. То есть я вообще удивлен, с какой стати вот этот вот замглавы города, который пробыл таковым там совсем чуть-чуть, вдруг, значит, претендует на место в горсовете. Он вообще даже не из Уфы. Ну, то есть это первая ошибка. Вторая ошибка, ну как, если у вас хороший кандидат, ну давайте, у вас есть масса преимуществ перед Чанышевой, огромное количество административного ресурса, возможности провести нормальную агитацию, убедить население, значит, голосовать на выборах за него. Все. То есть, и причем для них это технологически не была бы сверхзадача, на самом деле. То есть, но зато они бы поставили очень хорошую отметку себе, то есть с точки зрения частоты проведения выборов. Сейчас, выявив вот эту историю, мы 100% будем подразумевать грязные выборы в горсовет. Вот теперь, что бы ни случилось дальше, они уже стали грязными. А, кстати, сама Лилия Чанышева с вами никак не консультируется на тему этих выборов вот, в процессе подготовки? Нет, судя по всему, ей достаточно собственных умений для этого. Угу. Вот с учетом того, что мы сейчас обсуждаем, не кажется ли вам, что вот эти выборы в отдельно взятом округе, в горсовет Уфы, они могут быть более интригующими, чем выборы в целом по республике, когда мы говорим о выборах главы? Ну, отчасти да, потому что тут есть хотя бы конкурентная среда. Настоящая. То есть Чанышева — это не подставной кандидат, условно говоря. Да? То есть на выборах главы я ни одного неподставного кандидата не обнаружил пока. Среди всех 11 да, человек. Среди всех 11, ну там я уже говорил, есть там темные лошадки, там вот там я не знаю, что такое барабаш пока еще. То есть вот, до конца не понимаю, да, вот природы этого явления. А здесь, да, здесь, конечно, противостояние там Чанышева, вот Хромец и так далее. Но боюсь, что итог будет печальным. То есть не так, так эдак, то есть в крайнем случае. У них есть всегда в запасе старое доброе переписывание протоколов, там, и там оловянные глаза, и дело не знаем, там, все закончилось. То есть вы же участвовали в выборах, знаете, да, как это делается? Да, конечно. Как наблюдатель. Да, в этом году тоже планирую, но, правда, у меня участок находится в Советском районе, там, где я работаю. Ну что ж, плавно тогда переходим вот действительно к нашим выборам. Есть кандидаты, которые не смогли даже оказаться в предварительном списке, да, и не дойти, и не смогли дойти до сбора подписей. Я говорю в данном случае про Евгению Куцуеву, да, которую зарубили на этапе еще внутрипартийных, скажем так, мероприятий. Вот это о чем-то может говорить, или это просто какая-то частная история? Ну, называть Куцуеву кандидатом нельзя, потому что она ни в какую из категорий кандидатства не попала, даже заявку не подали. Ну, Евгения Анатольевна пала жертвой своего легкомыслия и доверчивости в плане того, что она до вот последнего момента верила в светлые идеалы, значит, партийных принципов и той организации, в которой она состояла. То есть, ну, партия Роста — это несуществующая организация, она прекратила свое существование где-то, ну, уже с 17-го года фактически она перестала работать, ее создавали в спешном порядке к выборам 16-го года в Госдуму. Ничего толком не получилось, партийная структура не сложилась, ну вот некоторые ее там члены этой партии, как Куцуева, они питали иллюзии, что вот это работает, там еще как-то они пытались это все увязывать с каким-то там предпринимательским аспектом и так далее, и так далее. На самом деле абсолютно мертвая организация. Учитывая то, что вот здесь ее возглавляет наш омбудсмен по делам предпринимателей, который сам не понимает, насколько он вписался в команду Хабирова до сих пор, он принял решение, что проще ему будет там, ну, сделать реверанс в сторону Белого дома, объявить о полной поддержке Хабирова как кандидата и отказаться от политической борьбы. Ну, с политической точки зрения это, конечно, самоубийство, а с житейской, наверное, он себе набрал какие-то очки. Угу. Так что вот так. Ну вот, между тем, нашлись другие кандидаты, которые особо не заморачивались в плане того, что членом какой партии они являются, да, и партии нашлись подходящие. Вот, например, Рамиля Саитова пошла от некой социалистической партии, Алексей Молокин нашел партию социальной защиты, вот мы вместе узнаем, да, о таких партиях. Занятие массово идет от партии «Зеленых». Ну, концов, да, это очень вот забавно. Что правильнее-то в этой ситуации? Сохранить верность собственной партии, как Женя Куцуева сделала, да, и все-таки не попасть в предварительный список? Или вот так вот поступить и вполне себе заявить о себе? Ну, тут есть два варианта ответа на этот вопрос. Первое, ни одна из перечисленных этих партий, ну, там, Рамиля Саитова оббежала там 4 или 5 партий. Ну, нашла такие. Да, нашла таки подходящую и через нее пошла. Все эти партии, это абсолютно фейковые организации, соответственно, ну... Они более фейковые, чем партия Роста, или все-таки менее, или нет возможности сравнить? Ну, это такие уже полутона слабо уловимые, да, то есть для дальтоников вообще неопределимые, например. Соответственно, как бы здесь нельзя упрекать Саитову в том, что она там
значит, предала одну партию, там, отдалась другой партии. Эти все партии ничего не значат. Она это сделала как, ну, для нее это инструмент. В принципе, с, ну, такой, с технологической точки зрения, это вполне оправданный ход. Там Томасова, ну, это кандидат, про которую я без смеха не могу говорить, эта женщина не сразу поняла, что баллотироваться в главы республики нужны именно от партии. То есть только когда она окончательно, ну, усвоила какую-то часть текста закона о выборах, она вдруг поняла. Но она вовремя сориентировалась, что партия роста ее, значит, никуда не двинет. Она, видимо, более такая хваткая и цепкая девушка, быстренько побежала в эту партию зеленых. Зачем Шагаповой было выдвигать вот эту мадам, я не понимаю. То есть логично было бы самой Шагаповой пойти, если была задача поставлена там поработать спойлером, для Шагаповой было бы выгоднее самой поторговать лицом, немножко увеличить узнаваемость, то есть как бы и значимость и так далее. Для меня это загадка, ну, как многие загадки, вот, по мнению Льва Николаевича Толстого, они объясняются глупостью. Вот, скорее, здесь вот такое объяснение, то есть вот этого загадочного явления. Продолжая тему предстоящих в республике выборов главы, хотелось бы и ваше мнение по поводу еще нескольких оставшихся кандидатов, которых мы не обсудили. Рафис Кадыров от партии «Патриоты России». Не в первый раз он пытается участвовать в выборах главы региона. Что скажете? Нечего мне сказать совершенно. То есть не в первый раз пытается принять участие в выборах. Это все, что можно сказать про Рафиса Кадырова. Мы знакомы немножко лично. Я не понимаю его вот этого, значит, стремления поучаствовать во всех выборах на первом этапе. Угу. Я развожу руки. Но он утверждает, что ему важно вернуть жителям республики украденные у жителей деньги в виде акций. Это тоже навязчивая идея, к сожалению. Угу. То есть это нереально. Это нереально все, абсолютно. Так, далее по списку Рамиля Саитова была. Так, Зульфия Гайсина от партии «Яблоко». Вот я уже говорил о том, что до конца не понимаю этого явления. Тут 50 на 50, либо это некая попытка переформатировать свою позицию в общественном пространстве со стороны Гайсиной. Причем очень странная попытка, она никогда ничего общего с этой партией не имела. Да и собственной партии этой нету. Это три сестры и дядя Ваня, как бы вот 16 человек. Угу. Собрались, значит, да, из этой партии. Ну ладно. Второй вариант, конечно, это то, что Гайсина — это аффилированный с Белым домом кандидат. Это некая там, значит, дымовая завеса. Хотя тоже очень странно, потому что выбор «Яблока» для Башкирии, ну, абсолютно неестественен. То есть и любой исход положительный в ее избирательной кампании, я имею в виду, если вдруг она 11 июля предъявит 454 подписи муниципальных депутатов, это будет, ну, сверхшок. Потому что на самом деле «Яблоко» не в состоянии набрать даже там 2-3 таких подписей. Ну, соответственно, 100% вывод, что ее там, значит, двигает Белый дом и всячески раздает команды за нее где-то там подписываться. Вот, так что, ну, иного комментария у меня нет пока для Гайсиной в этом смысле, а там посмотрим. А какие перспективы собрать подписи муниципальных депутатов у Владимира Барабаша, который идет от партии «Гражданская сила»? Неопределенные перспективы, потому что есть у меня информация о том, что как бы не на пустом месте Барабаш пошел на эти выборы. Пока не буду особенно комментировать эту информацию, потому что она там не вполне открытая. Подождем 11 числа, но зная Владимира как человека глубоко практического и разумного, я не предполагаю, что это какая-то, скажем так, ну, там, что это какой-то порыв души там, или там, какая-то потребность там, самоутверждения или еще что-то. Я думаю, что это очень прагматическая история. При том, что есть вариант того, что она продолжится, даже если его не зарегистрируют в качестве кандидата. Но пока об этом рано говорить. Угу. И не зарегистрируют по причине не сбора подписей, ну, я, да, правильно понимаю? Да, да. Ага. Так, Владимир Кобзев от партии «Пенсионеров за социальную справедливость». Первый кандидат у нас был такой. 100% выдумка вот этих вот остановившихся в развитии политтехнологов. Я подозреваю, что это идея Мурзагулова. Старинное представление или поверие политтехнологов российских в то, что если выдвинешь там блогера или актера или футболиста, то там пойдет какая-то такая слегка маргинализированная интернет-часть этих избирателей, которые там не смотрят телевизор, а читают там Facebook или там, не дай бог, живой журнал Кобзева.
Не очень, на самом деле, ну, такая жизнеспособная идея, но она не даст ни вреда, ни пользы, даже если Кобзев, ну вот представьте себе такую фантастическую историю, Кобзев набирает 454 подписи. Ну, если вы говорите, что он креатура, в общем, Белого дома, да, то он должен их набрать? Ну да, но в таком случае мы делаем тот же вывод, что эти подписи собрал ему Мурзагулов, это будет особенно смешно и стыдно для этих муниципальных кандидатов, депутатов, которые подписались. Это будет значить, что они на ветер выбросили 500 000 только на нотариальное заверение этих всех историй, ну и наберет Кобзев на выборах, там, простите, 1.5 или 2%. Ну, о чем речь? А попытки создать видимость легальных и легитимных выборов Кобзев здесь не поможет. Это безусловно. А вот, ну, как бы потратить усилия и доказать начальству свою нужность и технологичность, ну, может быть. А кандидаты от так называемых парламентских партий помогут придать выборам этот самый вид? Я имею в виду Кутлугужина от КПРФ, Сухарева от ЛДПР и Игнатьева от «Справедливой России». Ну, они по определению придают легитимность, у нас так принято. Значит, ну, как вот, есть 4 парламентские партии, если от нее участвуют кандидаты, значит, они действительно, они же в парламент прошли, значит, да, у них там какой-то импульс, внутренняя кинетическая энергия существует, да? Значит, соответственно, они тут вроде как и претендуют на эти места. Другое дело, если повнимательнее вглядеться в лица этих товарищей, то понимаешь, что, ну, Игнатьев — это, ну, абсолютно никто в политическом плане, в Башкирии его никто не знает, это, ну, такой суррогатный председатель, вице-председатель этой партии, который был смешно, спешно подобран, значит, в момент побега, там, господина Шагимуратова с партийной кассы в сторону, значит, Красногорска, ну, тут были вынуждены найти вот этого заменителя. А там, ну, Кутлугужин, это дежурный кандидат при всех президентах, и с ним действительно разыгралась трагедия, тут фактически упрашивали КПРФ, чтобы не было там никаких конкурентных движений, и Сидякин там очень активное участие принял, и Ющенко приехал тут, и, значит, вот эту вот достаточно неприятную конференцию они тут залудили и соорудили, то есть, ну, когда выбор был из одного кандидата. То есть, угу, на конференции. То есть Кутлугужин, в принципе, вы считаете, был бы готов, да, допустить конкурента внутри партии, провести какие-то... Он внутренние... не готов оказался, да. Ну, то есть, так, судя по тому, что внутри партии конкуренция не случилась, и то, что он настаивал и пробивался, но есть ощущение того, что Кутлугужин — это вот, ну, уже сбитый летчик, и после выборов он покидает руководство, значит, нашим республиканским комитетом, и на его место приходит кто-то другой. Ну, вот это его лебединая песня. То есть, он исполнит эту роль точно, он точно не будет стремиться набрать голоса, он не будет мешать, значит, Хабирову, но при этом он надежный партнер, он не выкинет никаких, значит, там, неожиданных штук, не будет критиковать партию, а в лучшем случае еще и попросит проголосовать за Хабирова в конце избирательной кампании. Вот. Ну и ЛДПР — это тоже, ну, Сухарев — это абсолютно технический кандидат, несмотря на то, что ЛДПР — это парламентская партия, то есть о Сухареве договорились вообще первым, еще в ноябре, когда приезжал Жириновский, то есть это, ну, это чтобы было, угу, вот просто формально. Так, ну и на ваш взгляд, получается, мы увидим в бюллетене человек сколько? 5-6? Меньше? Я думаю, что их будет 5 или 6. Угу. Но не больше. Не больше 6, потому что, ну, вот, воспроизводя замечательную фразу Аббаса Галямова на эту тему, он такую поговорку сказал: если на сцене 9 клоунов, а вы выходите с серьезным лицом, вас все равно будут считать клоуном. Угу. Значит, Хабирову нужно срочно популяцию клоунов сократить в этом списке, то есть ему нельзя быть вот в этом вот. Но иначе его перестанут воспринимать, потому что их концепция, которую они выбрали, это что даже, ну, на фоне этих вот смешных наш смотрится серьезно. Угу. Вот такая концепция выборов, да, то есть так как они не смогли всерьез, ну, сконструировать какую-то хотя бы подобие, ну, реально конкурентных выборов, то есть вот с кем будет дебатировать Хабиров? С Анией Томасовой? Ну, я в предвкушении, я в предвкушении такого диалога, да, то есть вот о чем они будут говорить. Она, конечно, ну, грудью-то его задавит, это без вопросов. У нее нет таких конкурентных особенностей, которые есть у нее. Больше ни о чем говорить. Потом с Кобзевым он будет говорить, что ли, или с кем он будет говорить? Про дебаты пока речь не идет. Нет, я имею в виду все-таки как вот некая эмоциональная модель конкуренции, это всегда дебаты, да, то есть вот люди разговаривают, возражают, доказывают свою точку зрения. Они создали сейчас ситуацию, когда Хабирову никому ничего доказывать не надо. Он настолько красивый и серьезный, что вокруг них у него вот эти вот бегает вот этот вот хоровод этих карликов. А для чего это делается? Неужели реально есть опасение, что может быть сюрприз какой-то, я не знаю, не победа или второй тур даже? У меня складывается впечатление, что они, прежде чем проанализировать ситуацию всерьез, испугались.
То есть испугались на самом деле собственной неготовности. То есть если внимательно анализировать, то в команде Хабирова нет людей, которые умеют проводить выборы. Вообще нет, от слова совсем. То есть никто из них в этих процессах не участвовал, кроме Сидякина, который участвовал в этом давно. Ну и сам Хабиров тоже давно. Хабиров никогда не участвовал в выборах вообще. Ну, 2003 год еще примерно. Нет, как кандидат, как он никогда не участвовал. Он только был около организационных вопросов и так далее. Он не имеет глубины понимания. Более того, ну вот знания образца 2009 и ранее годов, они никак не годятся сейчас для нынешней ситуации. Страна изменилась, абсолютно изменилась ситуация. Работать в этих условиях надо уметь. Они рассудили так: мы не умеем, и потому экспериментировать не будем. То есть создадим вот такую вот ситуацию. Люди инстинктивно, естественно, интуитивно проголосуют за Хабирова, ну, потому что, еще раз повторю, в среднем у нас разумное население. И голосовать за очевидных фриков, ну, население даже не принимая там партию «Единой России», еще что-то там, как бы критикуя, они не будут. А люди придут вообще на эти выборы в виде ситуации? Это большая проблема для Хабирова. Ему нужно, чтобы пришли, потому что если явка будет там, скажем, меньше 55-60%, а если она окажется катастрофически низкой, там 30 и ниже и так далее, это, конечно, будет большим вопросом к его легитимности. И, ну, будут ее накручивать, нагонять, вот это вот продление срока дня избирательного, это тоже в пользу этого работает. Ну, будут, ну, у нас есть оплот, это село, где там по команде все встают, идут голосовать. Ну, или в крайнем случае рисуют, чтобы все пришли, проголосовали. То есть это такая надежда для госпожи Макаренко, то есть как бы вот, иначе действительно такой риск есть. Вот Уфа, большие города могут не прийти голосовать. А на ваш взгляд, изменения в структуре управления вот Центр избиркомом, да, и вообще в принципе, да, у нас новая команда в целом по республике, они как-то повлияют на чистоту самих выборов, дня голосования, я имею в виду вот отсутствие вбросов потенциальных, там, каруселей и других таких вот технологий неприятных? Боюсь, что это не связанные вещи. То есть технологии фальсификации отдельно, ЦИК отдельно, то есть несмотря на то, что это общая задача власти, то есть, ну, естественно, технически эти департаменты разделены вообще, то есть не дай бог ЦИКу иметь что-то общее там с людьми, которые занимались фальсификациями. Я не знаю, будут ли применяться технологии вот всякие более или менее сложные там всякие вот эти револьверные и карусельные явления. Я полагаю, что, ну, видя, как решают проблемы с выборами в Белом доме, то есть они решают их по старинке и очень просто. То есть я думаю, что здесь тоже будет все по старинке и очень просто, там, где будет плохо, там просто нарисуют. То есть это фальсификация итоговых протоколов, там, заполнение жителей, которые не пришли. Ну, в общем, вот так. То есть это сделают руками членов участковых избирательных комиссий на местах? Я даже думаю, что в большей степени это будет функционал ТИКов. Вот. То есть даже не на уровне участка, а уже... Да, вот, ну, на уровне участков это сфальсифицировать сейчас очень рискованно, сейчас вот как раз другие времена. Кто-то увидит, в смысле, камеры? Количество точек риска кратно увеличивается, то есть 3402 избирательных участка в Республике Башкортостан, при таком количестве избирательных участков, конечно, ну, риски возрастают. И кроме того, еще существуют риски перекосов вот этих вот по участкам, ну, то есть, как вот мы на прошлых выборах видели, там, вот два соседних участка, в одном 70, в другом 22. То есть, ну, и вот как это объяснить? Ну, и никто же на это внимания не обращает, я вот сколько раз об этом только я повторял. Ну, и внимание на это будут обращать. И сейчас совершенно другая информационная ситуация, то есть, конечно, будет об этом разговор, и это нужно им избежать, естественно. То есть я потому полагаю, что, ну, вот всякие манипуляции будут происходить на уровне ТИКов. Угу. Ну вот и на фоне этого у нас законопроект вышел в публичное пространство, который нам предложил Курултай, об ужесточении правил проведения митингов в части мест, которые предлагается сократить до практически полного отсутствия. Да? Вот здесь разные точки зрения прозвучали у нас в студии в том числе. Кто-то говорит, что это законопроект, который был инициирован еще при Хамитове, когда вот начались протесты за Шиханы, а кто-то, соответственно, говорит, что это свежая инициатива, она спущена с нашего Белого дома вот в преддверии там тех же выборов. Ваше мнение какое? Я полагаю, что Хабиров очень беспокоится за тему Шихан. Этот законопроект в большей степени ориентирован на исключение массовых мероприятий вокруг этих гор, в меньшей степени про города, там просто как бы зацепило, там парки, скверы и так далее. Ну, надо полагать, вот как, что, во-первых,
все ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, глубоко неконституционное явление, то есть в Конституции есть норма, которая нарушается всеми этими законами. А то, что башкирские парламентарии пытаются ужесточить, усложнить эти все процессы, это не здорово в том смысле, что в конечном итоге они получат неконтролируемый процесс и конфликты в процессе массовых мероприятий. К сожалению, они не понимают, что населению, социуму периодически нужно встречаться и обсуждать проблемы. Да, то есть в той или иной форме, в том числе в форме митингов. Они не понимают, что имитации митингов не заменяют настоящие митинги, то есть эмоционально, да, это как в сексе, да, вот, они, к сожалению, этого не понимают. То, что это инициатива нынешней команды, это точно так, потому что если бы даже это была инициатива еще хамитовских времен, то сейчас ее можно было бы не поднимать на поверхность, однако ее подняли и... Значит, она вот на утверждении находится. Так что, я с печалью на это смотрю. То есть это нехорошая, глупая вещь. А будет ли она принята? Не кажется ли вам, что это, возможно, вот некое изучение там реакции общества? Выйдут ли на защиту, как вышли на защиту Ивана Голунова, например, или не выйдут? На защиту собственных прав на митинги? Я не думаю, что в Башкирии население пока вот способно на это. Я думаю, вполне допускаю, что это какое-то такое, значит, пальпирование, определенная попытка выяснить там реакцию. Это достаточно модная сейчас технология для власти. Она в Башкирии пока еще в полной мере не запущена, но я думаю, что запустится. Но если это так, то ладно, а если это не так, то жаль. Угу. На прошлой неделе тут вот был скандал, связанный с соцсетями, да, карикатура Камиля Бузыкаева была, татарские активисты обиделись, и Ради Хабиров снизошел до поста, да, где он призвал извиниться. Здесь, два аспекта, как обычно, да, насколько она действительно была, эта карикатура, обидной, на ваш взгляд, и насколько важно было руководителю региона требовать извинения от художника? То, что карикатура была оскорбительной, признал уже и сам Бузыкаев, вот в последнем своем интервью я внимательно прочитал. Бузыкаеву очень неудобно и стыдно. Ему стыдно и неудобно вовсе не перед татарским народом, а перед дорогим Радием Фаритовичем. Он его подвел. Время здесь было такое напряженное. Тут, значит, у нас всякие секретари Совета Безопасности по городу носятся на бронированных автомобилях. И тут Бузыкаев со своим межнациональным конфликтом вспух. Подложил свинью Радию Фаритовичу. За это ему стыдно. И перед татарским народом не стыдно. Я это классифицирую как глупость. Как вот попытку угодить начальству, может быть, там давно не виделись, там, может быть, давно там выставки ему не предлагали устроить или еще что-нибудь, и вот решил нарисоваться, нарисовался. Больше свиньи, конечно, подложить там временно исполняющему обязанности губернатора, конечно, было сложно. Художник есть художник, да, он может так видеть, а дальше-то вот реакция. Дело в том, что все эти происки в отношении соседей наших, да, вот эти дружественные шаржи и прочие вещи, да. Бузыкаев не первый раз это делает, он там, значит, про лошадей какие-то тоже на грани фола шуточные картинки опубликовал. Я абсолютно уверен в том, что недопустимо вот так ниже пояса шутить на тему межнациональных отношений, на тему национального достоинства. У нас страна еще не готова для того, чтобы иронично относиться к собственной национальности. То есть, когда мы превратимся в какой-нибудь Израиль, вот там евреи очень любят шутить над евреями, да? И это действительно смешно, и это очень достойно выглядит и так далее, да? У нас не умеют пока, и потому нужно воздержаться от этого, особенно если ты исполняешь роль придворного художника, будь добр, соответствуй, потому что уже все ассоциируют там Бузыкаева как вот там приближенного к императору человека. То, что он любит и уважает Хабирова, он не отрицает. Безусловно, да. Хотя отрицает, что они друзья. Вот он теперь новая у него концепция, мы, говорит, не друзья, мы с Мурзагулом друзья. Вот между тем, вот Ради Хабиров еще одно заявление сделал об отмене планов о строительстве стадиона в ближайшей перспективе. Хотя совсем недавно, в общем, активно обсуждал эту тему. Да. Вот здесь что случилось? Я вот очень хорошо помню эту фотографию, где так в круг стоят там приближенные Хабиров и его приближенные. Они так очень хищно смотрят на этот проект нового, спортивного комплекса. У них там в глазах уже какие-то там доллары, миллионы, миллиарды. Но вовремя Ради Фаритович остановился. Судя по всему, конечно, просто банально не были найдены источники финансирования подобного проекта.
Он облачил это в некую форму целесообразности. Он сказал, что сначала научимся зарабатывать деньги. Я двумя руками за. Если мы научимся зарабатывать лишние 3-4-5 миллиардов там, на спортивные сооружения, почему бы и нет? Угу. Вот. По-моему, действительно рановато говорить о великом башкирском футболе и строить для него дворцы. Сначала надо действительно его вырастить и сформировать, а потом можно и дворец ему построить. Так что тут, ну, Хабиров, я не знаю, вынужденно или просто вовремя спохватился, но принял абсолютно правильное решение. То есть футбольная арена подождет, у нас масса других проблем. Радиослушатели вот нам пишут, целоватку то надо доделать, открытая политика, респект. Это, видимо, очень относится к нашему эфиру. Спасибо, видимо, что-то спасибо. У вас про Салаватку, да, было? Ну да, про проспект Салавата речь, Илаева. Да, проспект Салавата Илаева, видимо, ну, это, угу. Так сказать, очевидная вещь, да, надо доделать, конечно. Вы имеете в виду продлить до конца, до Черняковки? Нет, и в принципе, это тоже, да, то есть нам бы только городу не помешала бы внятная транспортная концепция сначала, угу. Потому что у нас все происходит на уровне каких-то светлых идей. А давайте построим проспект. А давайте прорубим там, а давайте сделаем это. А давайте сначала сделаем городской план. Вот мало кто знает, что утвержденного градостроительного плана в этом городе нет уже больше 20 лет. Угу. Утвержденной транспортной концепции в этой республике нет давным-давно. Существуют две согласованные, очень противоречащие друг другу. Вот в этом смысле нужно наводить порядок. То есть надо признать, что да, у нас были ошибки, да, у нас были странные действия, давайте вот откажемся, вот эту книгу мы больше не открываем, а берем вот эту или создаем третью, да? То есть я сторонник внимательного научного планирования. То есть обоснованность проекта – это залог его успеха, как угу. С Валерианом Гагином. Не смог обосновать, доказать, значит, не успех. Тут вас спрашивают, в 17-18 годах вы активно освещали вопросы, связанные с адвокатской палатой республики, в связи с чем прекратили освещать тему злоупотребления в адвокатской палате? Надоело, честное слово. Вот честно, потому что я понял, что внутри этого сообщества не существует ни желания, ни потребности в реформировании этой системы. Вот всех все устраивает. Голосование ведь доказывает, соответственно, эту мысль. Ну, в общем, да, да. То есть я вот просто закрыл для себя эту страницу, мне просто надоело, потому что внутри этого сообщества все так плохо и так на самом деле тухло, что мне просто вот неприятно стало. Так как это для меня было некое хобби, я его просто прекратил для себя. Угу. От радиослушательницы Фаниды Халитовны из Уфы вопрос. Ваш прогноз, если можно, что ждать нам от Хабирова после выборов, если, соответственно, он эти выборы выиграет? Во-первых, не ждите слишком много, потому что, ну, губернатор по определению сейчас это очень слабофункциональная должность в Российской Федерации. Во-вторых, ждите того, что Хабиров, ну, будет, как и раньше, отстаивать общефедеральную повестку в республике и так далее. Я думаю, что пройдет череда приватизаций, которую сейчас активно готовят его ближайшее окружение. Я имею в виду распродажу некоторых активов. Это совхоз Рощинский, возможно, Башспирт. Еще какие-то остатки имущества. Я прогнозирую после выборов очередной конфликт с Содой. То есть, ну, много чего будем ждать мы после выборов Хабирова. Хабиров обретет полный функционал губернатора, он обретет все возможности назначения увольнений и всевозможного давления, значит, и мужчина, он очень резкий, непредсказуемый, не до конца все-таки квалифицированный вот на своем сейчас месте, будет много ошибок, будет много всевозможных поводов для разговора. А приватизация этих предприятий, она к чему-то, я не знаю, хорошему или плохому, она к чему приведет? Как? В России, к сожалению, приватизация, как правило, на первоначальном этапе ни к чему хорошему не приводит. Потом может быть. То есть два есть сценария развития. Если предприятие по определению жизнеспособно, оно, пройдя через какие-то руки, минуя вот эти все фильтры коррупционных продаж, попадает в руки настоящих хозяев, и они начинают с ним по-настоящему работать. Да? Эта судьба, скорее всего, ждет, ну, большую часть Башспирта. А вот второй сценарий, это когда предприятие приватизируется только с целью его демонтажа, разворовывания, либо, например, использования земель, как было вот там с цветами Башкирии и прочими вещами, ну, тогда, да, тогда крах и разорение.
Вот у нас на днях Всемирный Курултай Башкир состоится 5-й, да? А на этом фоне ни одного кандидата, в списке которых мы обсуждали, нет представителя национального движения. Это вот что происходит у нас с национальным движением? Ну, национальное движение у нас в Башкирии полностью разгромлено. Я имею в виду, башкирское национальное движение взято под контроль, все что угодно. Вот последняя фраза Хабирова на оперативке, когда он обратился к Сидякину и сказал: «Ну, вы, Александр Геннадьевич, им повестку уже сформировали», дословно цитирую. То есть повестку межгалактического Курултая Башкир формирует Сидякин Александр Геннадьевич. Вот этим все сказано. Никакого национального движения в Башкирии больше нет. Потому что оно разрушилось снизу, то есть люди перестали в том числе, да, в том числе. То есть тут несколько факторов, то есть и неспособность к самоорганизации, и неспособность к объединению нескольких ветвей этого движения, которое мы видели последние 2-3 года. Ну и, естественно, давление сверху, тут и силовики, тут и официальные власти и прочее. То есть на самом деле власти вот эти движения точно не нужны. Они их готовы там как-то терпеть, немножко видоизменять, но они им точно не нужны. Ну что ж, благодарим нашего гостя. Сегодня вместе с нами был политтехнолог Андрей Потылицын. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. До свидания.